Это что такое? Ты что, не попутал? Снег! Обалдеть! Поедем на Сиате Спорт, он дешевле, за. Всем здорово, всем доброе утро. У нас снег. Не по расписанию. Почему мы сейчас поедем на Сиате? Потому что у нас и на BMW нету зимних покрышек. Я еще не успел поменять. И на Сиате нету зимних покрышек. Но если что, Сиат дешевле. Реально. Поэтому едем на Сиате. Всем привет! Слушайте, такая на улице, конечно, погода. Ветер сильный. Этот снег, дождь, все тает, все мокро. И все, я не люблю такую погоду. Не люблю. Я люблю сухую, солнечную погоду. Наверное, как большинство из нас. Я уже поставила вариться мясо и буду готовить борщ. Мне кажется, борщ — это повод поссориться, девочки. Потому что каждая страна, каждая хозяйка готовит борщ по-своему, по своему рецепту. И я уверена, у каждой он вкусный. Ну, или почти у каждой. Я готовлю по-своему. Уже 1000 раз показывала. Сейчас у меня уже на втором бульоне варится свинина. Я буду чистить картошку, резать капусту, чистить морковь. Лук забыла. Так, лук, свеклу тоже чищу, томатная паста мне нужна, беру такую. Что хочу сказать, делаю небольшую кастрюлю в этот раз, не знаю почему, поменьше делаю. И все, конечно, это мне не нужно. Наверное, мне нужна, может быть, одна или две моркови. Посмотрю сейчас. Свеклы. Короче, свеклу я вообще и в магазине еле выбрала. В Максиме были. Какие-то такие плохие лежали. Ну, я сейчас ее почищу, порежу и посмотрю. Капустки тоже нужно будет немножко. Не знаю, столько, может, половинку. Посмотрим сейчас. Время 11 утра, а я уже решила сварить борщ. Почему нет, да? С утра поучилась, какую-то информацию впитала в себя, но ничего не фотографировала, ничего не снимала. Но у меня дома есть, мне нужно дома сделать пару кадров, и у меня есть некоторые задумки. Я хочу это осуществить, возможно, даже сегодня. На улице тоже надо, но мне кажется, вчера вам говорила, что я успеваю на этой неделе. Я обязательно знаю, в какой день я это сделаю. В общем, посмотрите. Да, дома нужно сфоткать детали. И я знаю, что я хочу сфоткать, да. Сначала сварим борщ. Потом я это сделаю, осуществлю, реализую. У меня еще стирочка там стирается. Стирка что-то опять не заканчивается. Вот у нас какими-то волнами то немного, то просто много. И я не успеваю. Сохнет за ночь, в принципе, дома очень хорошо. И... Но все равно я как-то этого дна в корзине не вижу. Просто вроде бы постираешь, все, придешь, опять навалили. Ну, у нас так это принято. Дети тоже не носят долго вещи. Постоянно все перестирывается у нас. Ну, не знаю, у вас так же или так только у нас? С такой серостью что-то даже освещение не очень. Все, я приступаю. Рецепт. Что рецепт? Рецепт борща, наверное, вам не нужен. Потому что, ну что там его готовить? Просто покажу потом в итоге. Я, короче, хотела чуть-чуть, но у меня что-то полная сковородка уже получилась из-за жарки. Я, бывает, свеклу, морковь то на терке, то режу. В этот раз я решила порезать. Все это обжариваю. И в конце добавляю томатную пасту. Соль, сахар, перец. Это все, конечно же, по стандарту, да? Пока это жарится, я чищу картошку, режу ее и капусточку тоже режу. Загрузил покрышки. Кстати, уже был дома, да. Попил кофеек, детей отвезли, там садик, в школу.
Настюшка сейчас должна готовить борщ. Мы тут сначала купили все на борщ, купили сало, купили лук. И это будет очень-очень вкусно. Хотел в гараже поменять резину, а потом понял, что резина плохая. Там в одной грыжа, в одной то, и лысоватая уже, и все. И поэтому сейчас везу наши на монтажку, пускай они на нее переобуют, потому что у меня две покрышки есть, купил я на днях, и две покрышки сейчас куплю на шиномонтажке. Новые не брал, бэушки взял, потому что на Сиат я не хочу брать новую резину, она у нас стоит 50 евро штука. Это R16 205 на 55, это кажется китайские даже, вот, и поэтому, а бэушку можно взять за 20 евро, не, ну конечно, на новый вы отъездите больше, дольше, а на бэушке, ну нормально, для Сиата будет the best, так что сейчас закину нашу на монтажку. Интересный факт, мы же когда были в Минске, я потерял свою шапку старую, когда купил новую шапку, в этот же день, вечером нашел старую шапку, она валялась в машине под сиденьем. И поэтому та шапка будет на выход, а эта шапка будет так вот. На каждый день. Борщ готов. Сейчас я положу туда зелень в конце. Ну, я уже давно выключила, он уже, мне кажется, минут 20 постоял. В этот раз не густой получился, как ты любишь, слышишь? Петруха. Это петруха? Слышишь, что говорю? Да. Я же говорил, что Настюшка готовит борщ. Кирюша не любит густой суп сильно. Да, мне нравятся супа, которые такие более такие жидкие. Но чтобы ложка не стояла там. Все, очень вкусный, ароматный. В принципе, можно кушать, если хочешь. Я борщ так рано не хочу. У меня завтрак полвторого. Хлебушек. Поджарила его так. Здесь авокадо и Филадельфия. Чуть лимонного сока, соль, перец. Щедро выкладываем на хлеб, сверху помидорку или яйцо жареное. Но я уже сейчас никакое яйцо жарить не буду. И это очень-очень вкусно. Не, ну красота, да? Борщ, сало, лучок, хлебушек. И сейчас я буду все это кушать. Ой, так что всем приятного аппетита. Да, Спалиночка, возьми тоже себе сметанку. Кто сейчас кушает? В такую погоду только и нужно кушать борщ, потому что на улице 3 градуса, ветер. Ветер просто завывает так, что с машины спокойно не выйти. Нужно держать дверь вдвоем. Даже как это, падают какие-то камни. Да, у нас здесь с балкона какие-то камни попадали, какая-то, не знаю, ветки бетонная штукатурка. Да, сегодня ветер очень сильный. Но мы приехали, мы не могли, конечно, не заснять это. Посмотрите. Все жители Липай приезжают, когда ветра, на мол. Посмотрите, что происходит. Сейчас самые отважные идут на мол прогуливаться. Ну, вряд ли туда сейчас кто-то идет, оттуда просто не вернешься. Офигеть, да? Вот сейчас вот именно правильный ветер. Помните, в тот раз был ветер неправильный? Вот сейчас там именно уже даже, смотрите, с другой стороны берега почти нет. Офигеть, трэш. Рышняк, девочки. Кайф, конечно. Для фотографов самое то. О, дай сфоткать. Шикарно. Обалденно. Людей там нет. Конечно. Смоет быстро. Так, кто-то смелый фоткает. Видите, как близко. На фотограф фоткает. Надо лестницу найти.
Слышь, матушка земля, давай ищи. Куда там идти? Смотрите, здесь какой. Алло, мы застряли в лифте. Мама, что ну, нам не делать? Крюсы, где ты? Полиночка очень давно хотела такие разные косы. У нас по отзывам очень классное место есть, и мы туда идем. Я не знаю, как это называется, знаете, вот с этим. Короче. И большие-большие косы. Какую-то прическу с косами. Нет. 226. В общем, решили Полю оставить. Около 2 часов будет такая прическа, которую она сама выбрала. В общем, чтобы не мешать, еще раз в общем сказала, чтобы не мешаться, мы решили по своим делам поехать. Погода, конечно, все мокрое. Ехали по улице Калпака, там вообще лужа на луже. Лужа на луже. Так, мы дома. Сейчас, сына, поворачивайся. Такие косички. Поля очень довольна. Да. Очень. Видите, вот такие вот добавленные. 2 часа. Остань, я поснимаю, повернись. 2 часа заняла работа. Очень много таких украшений Полина выбрала. Сами, в принципе, можете выбирать. Здесь смотрите. Такие длинные. Сейчас, да, сфокусируемся. Видите, разные. Разные-разные украшения. В принципе, до 2 недель можно ходить, даже мыть можно. Голову можно. Только в общем, Полина полностью в восторге. Смотрите, какие. И смотрите, они прям до попы. Да, они нет. Вот такие вот я длинные. Я задаюсь от попки. Да. Ну, очень красиво. Поленька в восторге. Завтра вся школа будет в восторге. Завтра еще вся тренировка будет в восторге. Я думала, как-то будет не очень сейчас. Очень довольна. Ну, очень классно. Очень красиво. Так, мне нравится. Ну, естественно, эту прическу Поля сама выбрала, а можно было... Так, поворачивайся. Девочки. Да, можно было разные. В принципе, все, что хотите. Там столько разных вариантов и для взрослых такими более натуральными волосами. Что хочу сказать, так это то, что у них 100% хорошее качество. Это вообще гарантия прям. И еще там можно выбрать там там такой хвостик, знаете, и резиночку. Да, Полинка еще выбрала себе. Покажи, пожалуйста. Вот такой хвостик она выбрала, держи, чтобы потом, когда у нее уже не будет кос, она сделает хвост, и можно будет прицепить, видите, на резинке. Да, такие тоже можно там приобрести, вот такой длинный голубой хвост, очень приятного оттенка, и даже украшения тут. Ну вот, этот хвостик будет тебя ждать. Кому-то на потом. Да, гости пойти к кому-то. Да, кстати. Ну, вот такая вот красота у нас теперь будет. Ой, еще можно на Новый год сделать бело-зеленые, красные. Да, ты... Почему? Потому что Новый год. А почему у меня такие цвета? Потому что ты Новый год, стиль. Пока мальчики на футболе сделала пиццу. А-ля студенту. Максим обычно не ест домашние пиццы. Студенческую только в чили пицце ест. Посмотрим, как ему зайдет это. В принципе... Ничего лишнего. Сейчас придет, заценит. У нас время футбола. По расписанию. Сегодня среда. Максимка эти дни ждет. Понедельник, вторник. Понедельник у нас был выходной. Ну, по всей Латвии был выходной, поэтому футбола не было. А вот сегодня есть. Давай, Максимка, с тобой переодеваться. Давай. Снимай шапку, куртку. На твою шапку. Ну, свою шапку. И куртку, и сапоги. Давай. О, у тебя красные носки, как у меня? Тебе там еще красные. Тоже красные? Да. Сегодня картинка не меняется. Борщ. Да, опять же борщ, опять же сало, опять же лук. Короче, мы вернулись с футбола. На футболе был, я почитал комментарии.
Кто-то там написал, что 46 евро за замену лампочку — это дофига. Вы неправильно поняли. 46 евро стоит лампочка одна, а замена лампочка 5 секунд ничего не стоит. То есть это не было, это не работа мастера поменять лампочку. Да. Это сама качественная, не китайская лампочка была. То есть это стоило только деталь, грубо говоря. Да, можно было на Китае, на Алике заказать такие лампочки за 5-7 евро. Ну, потом менять ее опять. Нафиг мне это надо. Никакой гарантии. А вот эти лампочки, они ходят очень долго. Так что не надо говорить, что я бы лучше бы купил какую-то, типа того. И еще, кстати, я прислал такой комментарий. Написали, что если в Латвии неправильно поставишь машину, парковку, за неправильную парковку штраф 25 евро. Вы ошибаетесь. За неправильную парковку... Настенька знает. Штраф 40 евро. А вот если вы поставите машину на инвалидное место, и у вас не будет разрешения, то там, мне кажется, 50 евро. Или 60 евро даже за такую парковку. Настенька даже два раза знает, что 40 евро. Настенька даже два раза знает, да. Что машину вставить так вот нельзя, и вот так вот нельзя. А то оштрафуют. Всем приятного аппетита. Да. Люди не забыли с вами попрощаться. Уже все дрыхнут. Мне кажется, даже слышно, как Кирилл храпит. Уже поздно, на самом деле. Я тоже иду ложиться спать. Спасибо всем, что посмотрели этот влог. Спасибо за ваши комментарии, за ваши пальчики вверх, за то, что подписываетесь на нас. Увидимся с вами завтра. Пока!